Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Нерва Марк Кокций. Нерва Марк Кокций, 30-98 года нашей эры, римский император с 96 года. После убийства Домициана Сенат избрал императором Нерву. Это 96 год. Благодаря его аристократическому происхождению и личным качествам. В это время Нерве уже шел седьмой десяток. И у него не было ни опыта администрирования, ни достаточного авторитета в армии. Под нажимом военных Нерва сделал своим соправителем и наследником Траяна. За небольшой период царствования Нервы с помощью экономии была приведена в порядок государственная казна и внутренняя политика стала более мягкой. В частности, император смог заложить основы государственной системы помощи неимущим. Например, учредил так называемый алиментационный фонд для нищих детей. Организовал раздачу земли безземельным гражданам. Ну так вкратце из справочника о Нерва Марк Кокций, римском императоре. Пока-пока, до свидания.